Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем готовить кетчуп. Очень вкусный. Итак, для этого нам понадобится 3 килограмма помидор, 500 грамм яблок и 250 грамм лука. Сейчас нам надо все нарезать на кубики. Нарезаем лук. Нам не надо его резать мелко. Режем томат, обязательно убираем все лишнее, все, что нам не нужно, и также на кубики. И нарезаем яблоко. Все лишнее выкидываем. Также режем на кубики. Все мы нарезали, уже отправили в кастрюльку, в которой будем готовить. Сейчас мы включаем газ, будем тушить. Нам нужно с вами, чтобы у нас с вами лук стал мягкий. Не забываем обязательно помешивать, чтобы у нас с вами не пригорело. Пока у нас с вами все тушится, мы подготовим сахар. Нам понадобится 1,5 стакана, соль, 1,5 столовых ложки, уксусная кислота 70%, 1 столовая ложка. Перец черный молотый и перец красный молотый будем добавлять по вкусу, кто как любит. Кто поострее, побольше. Ну а кто вообще не любит острое, можно не добавлять. Воду мы не добавляем, так как у нас помидорки дадут сок, и у нас все будет тушиться в собственном соку. А также нужно подготовить баночки, простерилизовать. Вот 10 минут и посмотрите, уже помидорки дали сок и все тушится у нас в соусном соку. Теперь нам нужно, чтобы лук стал мягким. Вот у нас, посмотрите, он даже уже поменял цвет. Обязательно помешивайте. Теперь надо все блендером измельчить, превратить в одну единую кашицу. У нас с вами получилась вот такая однородная масса. Посмотрите. Цвет кетчупа очень зависит от помидор и плотность. Да, есть мясистые помидорки, есть нет. Сейчас мы с вами будем добавлять соль и сахар. По остроте мы любим в меру остренькое. Поэтому я добавлю чайную ложку красного перца и чайную ложку черного перца. Вы добавляете по своему вкусу. Сейчас все хорошо перемешаем. Ставим на огонь и тушим 30 минут с момента закипания. Обязательно помешивайте. Если для вас с момента закипания пройдет 30 минут и кетчуп будет жидковат, тогда можно потушить еще до нужной консистенции. Прошло 30 минут с момента закипания. Посмотрите, у нас какой густой получился кетчуп. Сейчас мы добавляем уксус и все хорошо перемешиваем. Раскладываем по баночкам. Закрываем стерилизованной крышечкой. И хорошо закрываем. Вот такой у нас кетчуп вкусный получился. Остальное все раскладываем по баночкам. Если вам понравился рецепт, не забывайте написать комментарий, поделиться с друзьями. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео.